Всем привет! У нас трэш-ремонт. Значит, товарищ мне дал баянчик. Вот такой вот сейчас мы его достанем. Такой баянчик. Чехольчик тут такой. Замученный немножко, но ничего. Значит, этот баянчик, у него очень много лет. Он даже у него побыл 5 лет в Японии, когда он там работал. И он из Японии в нем провез 5 литров, что ли, какой-то водки или виски. В общем, мешок такой здесь. Баянчик «Искра» называется. А, «Огонек». Я вам сейчас попробую. Я еще на нем не играл. Он его принес где-то недели две назад. Или неделю. А, ну вот. Попробуем поиграть. Что ли? Трэш-баян. Короче, будем ремонтировать. Будем ремонтировать. То есть этот инструмент, баянчик, вообще весь просто уничтоженный. В трэш-состоянии. Просто в труху, в мясо вообще. В дичь просто порванный инструмент. Мы его будем делать. Ну, понятно, что решетка, тут все обезображено, все. Тут много работы и по решетке, и по корпусу, и по голосам. Тут мех вот еще. А, вот еще мех, говорю. О, мех раздувается. Короче, тут работы немерено. Ну, делаю ему недорого, так как по знакомству. Вот. Ну, надеюсь снять хорошее видео, как пример демонстрации того, что я могу сделать из-за вот этого вот убожества. Ну, просто. Просто убожество. Смотрим дальше. Ну, вот и привет. Баянчик готов. Значит, вкратце о том, что я с ним сделал. Переклеены клапана. Вот здесь все. Переделано, почищено и переделано вот это вот гриф переделан. Заменены болты. Отрегулирована, установлена вся клавиатура слева-справа. Потом почищены вот эти крышки, заменены болты. Здесь появился тряпичный материал, чтобы пыль не залетала. Здесь то же самое, почищено тряпичный материал. Сделано прокладки, здесь сделано из неопрена у нас, сделано прокладки, чтобы не протекало. Заменены и добавлены несколько болтики. Вот здесь вот проклеен клей. Внутри отремонтирован клей, он выпирал, вот так вот выдувался. Там заармирован, все сделано как положено, прочищено. Значит, ремень был здесь. Здесь было сделано два крепежа ремня. Здесь на болтовых соединениях я ее снял и обнаружил здесь вот такое колечко регулировочное. Но оно было все заблокировано, отрезан так ремень, залит каким-то клеем, и все было залито клеем. Я эту штуку снял, убрал, она пригодится мне еще. Но хозяину баян, думаю, вряд ли, потому что здесь я все отрегулировал, все сделал. Поставил свой ремень, не новый, но из старых запасов. Ремни хозяин не захотел менять, к сожалению, потому что ремни убогие тут. Ну, в общем, это то, что касается корпуса. Внутри очень много работы, естественно, как традиционно. С резонаторами, с лайкой, с голосами, настройка, замена голосов. Вот, армирование, замена лайки, проклеивание. Все переливалось воском. Так, чтобы уже наверняка, так как у меня такое правило, что воска много не бывает. Воском лью я хорошо, чтобы если что-то происходит, даже в несколько слоев, чтобы каждый слой постепенно защищал предыдущий слой. Ну что, немножко поиграем. Thank you.
Баянчик получился.